Значит, 19.06.2010 года в дежурную часть Гуляйпольского РО поступила информация о том, что в лесополосе близ села Воздвиженка Гуляйпольского района обнаружен труп мужчины. Значит, в ходе осмотра места происшествия и проведения досудебного следствия дальнейшего было установлено то, что причиной смерти указанного гражданина послужил травматический шок от ряда телесных повреждений. Значит, по горячим следам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено лицо, совершившее преступление. Это был также житель села Воздвиженка, знакомый с потерпевшим, который накануне его избил, в результате чего последний умер. С целью сокрыть следы преступления обвиняемый взял труп и вывез его в лесополосу. Значит, в ходе проведения досудебного следствия было установлено, что причиной убийства послужил конфликт на бытовой почве, а именно потерпевший якобы украл у бандита велосипед. В результате этого и было совершено преступление. В настоящий момент обвиняемый арестован. Его дальнейшую судьбу определит суд.